площадка, где здесь стадион, где проходят игры. И, соответственно, естественно, на этом празднике больше гостей, потому что здесь проходит такое огромное международное событие. Ну, вот, поэтому столько здесь и гостей. Но я вас уверяю, что вообще сюда каждый год на сам этот праздник Алые Паруса тоже приезжают все больше и больше людей.